Зоя, помаши ручкой моей семье. Иди покажи каток, где у нас, Зоя. Покажи, где каток. Я уже туда второй раз не пойду, ты сама. Там, там далеко, но ты мне покажи, где. Вот, сюда и сразу же. Пойдем потихоньку. Нет, я очень устала. Ну, садись. Туда, там каток все катаются. Ну, прямо сейчас катаются? Так, значит, иду направо и налево, сразу, да? Сразу направо, первый поворот. Направо, хорошо, сейчас пойду. А ты сядь, посиди здесь, хорошо. Thank you.
Это чьи-то, он там сидит, видно всем? Вот. Ну что, огромный центр, большой, очень чистенький, красивый. Вот много магазинов, много развлекательных. А вот буфет, пожалуйста. Много развлечений, особенно для детей. Вот, для всех возрастов. Ну, вечером уже я спохватилась, что завтра уезжаем. Думаю, вот, хотя бы общее впечатление. Вот, и конца ему нет. Так и можно идти, идти. Такая большая деревня. Есть медиасуд. Вот, в общем, короче, можно провести 2 дня очень красиво. На катке устраивается елка. Так, ну что, я, наверное, поворачиваю обратно, потому что я же не знаю даже, где там конец. Вот. Сейчас еще раз пройду. Так, туда до катка. И... много музыки. Вот, поэтому Новый год здесь можно встретить просто необыкновенно. Здесь большой концертный зал, там концерт будет. Вот и столики можно заказать хорошие. Так, туда уже наверх не пойду. Пойду обратно по тому пути, который уже поняла, как идти. Вот. Здесь цветы, здесь все красиво. Везде ручьи разные. В общем, чего тут нет. Очень симпатично, очень приятно, и зимой тут будет просто великолепно. Слышно звуки воды везде, водопады. Так, пойдем сейчас Зоечку найдем. Один водопадик, тут сразу другой. Все здорово, так оформлено. Очень чистенько. Очень безопасно. Да, и вот тут, значит, будет елка. Вот тут. На Новый год. И это все время салют. На Новый год будет салют. Вот, музыки много. Ну, сейчас уже поздновато, поэтому тут народу мало. Вот. Каток, на катке дети накатаются. Геймзон здесь есть, и для маленьких есть. В общем, целый маленький город. Для встречи Нового года будет просто отлично. Везде фонтанчики, это много, я не знаю, просто красота. Молодежь стоит тут. Так, ну, по-моему, я не заблудилась, может, тут сейчас Зою найду. Вот рычаги такие, ну, просто не знаю. Блаженное местечко. Красивые камни такие сделаны. Еще один водопадик. Тут, наверное, их 30 этих водопадов. Вот, пожалуйста, такой. Угу. Вот еще тут сверху один. Ну и красивое место здесь. С фонтанами. Вот видно, весь дизайн сделан в виде вигвама. Отсюда видно. Цвета меняет, музыки много. Ну, сейчас уже вечером музыка такая релаксирующая. Там Зоечка сидит, отдыхает.